Неокрепшие души, здравствуйте! Как известно, в мире Dark Souls оружие играет решающую роль. Более того, весь геймплей игры построен на том, как оружие себя ведет в игре, какую имеет анимацию атаки, так называемые мувсеты, какие характеристики и эффекты. Поэтому очень важно знать, какое оружие на начальном этапе игры поможет вам совладать со всеми тяготами игрового мира. Особенно это важно знать новичкам. Ведь выбор верного оружия может сильно облегчить ваши дальнейшие страдания. А если вы уже прожженный страдалец этого мрачного мира, то и вам будет как минимум полезно посмотреть этот гайд для общего ознакомления и закрепления материала. Хотелось бы отдельно отметить, что данный гайд посвящен не конкретно одному единственному типу оружия, как это было, например, с огненным мечом для Dark Souls 2, а сразу трем типам оружия, которые можно получить в начале игры. И, друзья, это не просто оружие для новичков. Это оружие, с которым люди проходят всю игру. Но хватит словоблудия, давайте назовем наших избранников. Речь идет об Утигатане, глубинной секире и эстеке. Все три типа оружия можно получить еще до перехода в локацию поселения нежити, с одним нюансом по эстеку, но об этом мы с вами поговорим чуть позже. Итак, начнем по порядку. Утигатану можно получить в храме огня, сразу после зоны туториала. Вам необходимо разобраться с рыцарем, одетым в лохмотья снаружи храма огня слева от входа. Бой может оказаться весьма сложным для новичков, но овчинка стоит выделки. Утигатана требует 11 силы и 16 ловкости и становится прекрасным стартовым оружием, если вы выбрали при создании персонажа огненный камень в виде дара, то недолго думая укрепите утигатану этим камнем. Вы потеряете какое-либо скалирование, другими словами, дополнительный урон от ваших характеристик типа силы и ловкости, но приобретете дополнительный урон в виде огня. Это позволит вам сосредоточиться на прокачке вашего здоровья и выносливости и забыть про силу и ловкость на время. Апгрейдите катану у кузнеца в храме огня обычным титанитом, поднимайте ее урон и убивайте все, что видите. Если во время боя с рыцарем в лохмотьях он у вас упадет с обрыва, то не отчаивайтесь, сбегайте и отдохните у костра, вернитесь обратно, и его лут будет лежать на этом месте, где он стоял изначально. Данная фишка, кстати, применима ко всем мобам с упавшим лутом. Глубинная секира по праву считается чуть ли не лучшим начальным оружием. Мало того, что с ней можно пройти достаточно легко всю игру, она изначально уже зачарована глубинным камнем, что очевидно из названия. Глубинный камень чарует на тьму, благодаря чему секира имеет отличные базовые показатели урона. А с низкими требованиями к характеристикам персонажа, всего 12 силы и 8 ловкости, это идеальное оружие для свежесозданного класса нищего. Но низкие требования к характеристикам и достаточно хороший базовый урон – это не единственные плюсы этого оружия. Разящие удары секиры сбивают анимацию большому количеству врагов, что позволяет просто заспамить врагов базовой атакой, пока они не умрут, если у вас, конечно, хватит выносливости. Так как на секире отсутствует скалирование от характеристик ввиду ее глубинного зачарования, то вы можете спокойно сконцентрироваться на поднятии выносливости и здоровья, что позволит вам выдержать больше урона и, собственно, нанести больше ударов, улучшается обычным титанитом. У меня на канале есть отдельное видео по получению этого топора, поэтому не вижу смысла особо разглагольствовать, где и как его достать. Просто перейдите по ссылке и ознакомьтесь с видео, получается немногим дальше катаны. Эстек – оружие, которое не может не заставить вас его любить. Найдется много фанатов утигатаны и глубинных секир, пока эти люди не столкнутся с PvP в игре, где ни катана, ни топор уже не будут казаться такими незаменимыми. В то же время эсток признается лучшим оружием в PvP для новичков. Но не обманывайте себя, эсток дает прикурить по полной программе и в обычном PvE. Люди в легкую проходят всю игру именно с этим оружием. Для использования эстока вам понадобится 10 силы и 12 ловкости. И если вы выбрали в виде стартового класса убийцу, то вы начинаете с этим оружием. Причем эсток, так же как и глубинная секира, весьма эффективно сбивает анимацию врагов. Какое еще оружие вы хотите получить, чтобы быть максимально эффективным как в PvE, так и в PvP?
Рекомендуется зачаровать эсток по аналогии с катаной на огонь и наслаждаться прекрасным орудием смерти, которое будет верой и правдой прокладывать вам путь к боссам. Это оружие славится именно тем, что при прочих равных им очень просто пользоваться и дает новичку то самое преимущество, которого у него нет ввиду отсутствия опыта. Эсток прощает вам быть неаккуратным в своих атаках, и этим он выделяется. Однако проблемы с получением эстока могут возникнуть тогда, когда вы начинаете игру любым другим классом, кроме убийцы. Получить эсток в этом случае получится лишь после убийства босса «Проклятое великое дерево». Его нужно будет купить у торговца после выполнения ряда условий. Суть задачи следующая. В локации «Высокая стена Лотрика» в клетке под башней с костром можно найти узника. Его зовут Серокрыс. Необходимо освободить его. Ключ от его темницы находится дальше, в локации в помещении над фонтаном, где ходит толстяк с огромной алебардой. Поверьте, вы это не пропустите. Освободите Серокрыса, поговорите с ним и согласитесь выполнить его просьбу по доставке кольца некой Лоретти, которая обитает в поселении Нежити. Это следующая локация. После этого он телепортируется к вам в Храм Огня. Найти его можно слева от кузнеца. Когда вы пройдете локацию «Высокая стена Лотрика», вы попадете в локацию «Поселение Нежити». Там в первом же доме на балконе будет висеть труп с ништяком. Это кость Лоретты. Ну а труп был некогда самой Лореттой. Отнесите кость Серокрысу, и он станет торговцем. Однако не радуйтесь, продать эсток он вам еще не сможет. Покиньте Храм Огня, воспользовавшись костром, и вернитесь обратно. Поговорите с Серокрысом, и он у вас попросит разрешения отправиться на грабеж. Согласитесь, Серокрыс покинет Храм Огня и появится лишь после того, как вы убьете Проклятое Великое Дерево, босса локации поселения Нежити. По возвращении инвентарь Серокрыса пополнится дополнительными предметами, среди которых и будет эсток стоимостью 3000 душ. Покупайте и наслаждайтесь лучшим оружием для новичка. Не забудьте прокачивать его титанитом, как положено, и будет вам счастье. Итак, давайте подведем итог. Немного субъективный, так как, делая гайд, я исходил прежде всего из личного опыта использования каждого из этих орудий войны. Безусловно, я слушал, что говорят и пишут другие игроки, но всегда есть место частному мнению. Поэтому, подводя итог, скажем субъективно об объективном. На выбор новичку предлагается три вида оружия с абсолютно разными анимациями атаки, поэтому каждый сможет подобрать что-то подходящее под его стиль игры. У Тигатана очень эффективное начальное оружие, которое прослужит верой и правдой до конца игры при условии, что вы выбрали в виде стартового дара огненный камень и зачаруете ее на огонь, как только получите. В противном случае эффективность катаны будет немногим больше всех найденных попутно видов оружия. Зачарование на огонь необходимо, так как это позволит вам не качать силу с ловкостью, ведь скалирование от этих статов ввиду зачарования будет убрано, что позволит вкладывать очки в здоровье и выносливость. А саму катану просто улучшайте титанитом у кузнеца. Глубинная секира – очень предпочтительное оружие для любого новичка. Она уже зачарована на глубину, что по своей сути является полным аналогом, если бы мы зачаровали катану на огонь. Нету скалирования, но присутствует потрясающий урон, который можно повышать, улучшая оружие путем титанита у кузнеца. Скорость атаки немногим меньше катаны, но секира становится просто шикарным оружием после того, как вы получите щит со 100% блокировкой урона, так как это позволит вам компенсировать некоторую медлительность атаки. К слову, такой щит можно найти там же, где вы найдете ключик от клетки Серокрыса. Небольшая медлительность атаки также сполна компенсируется тем фактом, что секира сбивает анимацию врагам, другими словами, станет их, позволяя вам легко добивать противников. Эсток, по моему скромному мнению, лидер среди оружий для новичков. И его лидерство обусловлено прежде всего тем, что он крайне эффективен как в PvE, так и в PvP. В кулуарах сообщества Dark Souls его даже прозвали «Бесток», как несложно догадаться от слова «Best» – «Лучший». Он в себя впитал лучше от предыдущих двух участников нашего списка. Он достаточно быстр в своих атаках, и он способен сбивать анимацию врагам. Данное оружие также рекомендуется зачаровать в начале игры, чтобы сосредоточиться на прокачке здоровья и выносливости. Позже сможете перезачаровать, как вам будет удобно, а принимая во внимание, что это стартовое оружие у класса «Убийца»,
то можно смело рекомендовать всем новичкам начинать именно классом убийца с даром огненного камня и отправляться на исследование этого загадочного, мрачного мира Dark Souls 3, неся в своих руках смерть врагам в виде эстака. В любом случае, друзья, я бы рекомендовал вам попробовать все три вида оружия, так как анимация атаки очень важна, и определенный тип и скорость атаки может показаться вам более удобной под ваш стиль игры. Мы ведь все уникальны, словно души, ищущие света своим особым путем. Увидимся!